предложение. 55 миллиардов гривен. Такой бюджет Министерства охраны здоровья. Это не лакомый кусок, никому не интересен? Это лакомый кусок. И в связи с этим вокруг этого пирога или куска пирога идет война разными старыми и новыми силами, и они не могут определиться, кто же будет смотрящим, то есть в смысле министром над этим, над этой отраслью. И все, больше никаких аргументов нет. Это не самое богатое министерство, это не самый лакомый кусок. Послушайте, там могли договориться. Еще 45 миллиардов гривен тратят ежегодно наши простые люди в украинских аптеках. Тратят, как правило, покупая контрафактную и контрабандную продукцию.